В День независимости Соединенных Штатов производитель сухих завтраков из злаков и сублимированных фруктов фирма Kellogg's из штата Мичиган начала новый крестовый поход за здоровый образ жизни американцев. Компания открыла кафе на Таймс-сквер в Нью-Йорке с целью вернуть потребителям интерес к полезной и легкой еде из зерна, плодов и молока. По словам директора Kellogg's по маркетингу Эндрю Шрипки, фирма добивается, чтобы люди отдавали предпочтение здоровому питанию перед пищей, содержащей много сахара и переработанных продуктов. Мы хотели обратиться к истории Kellogg's и тому, что людям в ней нравится. Одновременно это новый взгляд на пищу из злаков и новый образ мышления. В разработке меню заведения принимала участие владелица молочного бара и шеф-повар Кристина Тоси. В одну миску Тоси засыпала кукурузные хлопья, добавила обжаренные фисташки, сухую цедру лимона и пряные травы, которые идут на приправу для курицы. Все это можно залить молоком, снятым или соевым, йогуртом, либо мягким мороженым. Тоси предпочитает цельное молоко. Другой вариант – рисовые хлопья с кусочками свежего персика, посыпанные для пикантности чайным порошком и залитые цельным молоком. Мы не собирались создавать ультрасовременное модное место. Цель состояла в том, чтобы навеять теплые ностальгические воспоминания о миске хлопьев, то, что все мы знаем и любим. По замыслу авторов идеи, новая точка в Нью-Йорке объединяет принципы быстрого и здорового питания. Поесть можно как на месте, так и взять заказ с собой. О том, что заказ готов, клиента извещает сигнал пейджера. Предусмотрена и служба доставки.